Повтор, поехали с Джой, дорогие друзья. С вами Ярослав Мудрый-Воронцов, Академия семейных отношений Ведодом и тренинг-центр Green Mind Life. Окей, вот лунка. Я пришел на лунку. Эй, будем купаться, будем чиститься, будем что там, освежаться. Неважно, какие праздники, какой духовной культуры. Главное, сам ритуал. Ритуал какой у нас? Ритуал очищения. Мы знаем, что вода, зимняя вода, которая в морозы, и тем более сейчас праздники водокрещения, они очень очищающие, очень полезны. Так, надо будет эту лунку сейчас разбить. Вот так. А, окей, отлично. Так, надо будет лед поломать. В общем-то, что-то придумаем, короче. Так, сейчас мы ее. Ого, серьезно. Так. Так, палочка. Вода замерзает быстро, потому что мороз. Надо разбить лед сначала. Так. Здесь не нужны. Хорошо. Ой, хорошо так как. Ой, хорошо так как. Вроде все. Надо подолмить. Так. Надеюсь, мою лысую голову не поцарапает. Так. Окей. Ну что? Я не знаю, как тут глубина. Но, думаю, нормальная глубина. Люди ж купались. Буду купаться я. Ну, в общем, что ж, будем купаться, раздеваться и вперед. Так, надо приложить эту камеру, так, чтобы этот процесс запечатлеть. Так, запечатлеть процесс, где у нас солнышко, откуда светит. Отсюда лучше или отсюда? Так и так, короче, ладно. Так. Ой, хорошо-то как. Так, хорошо. Так. Так. Так, ну все. Раздеваемся и идем. Отсюда сюда, да? Хорошо. Окей. Прислай, друзья. Я говорил, что буду купаться. Значит, надо купаться. Так. Праздник есть праздник, и надо очищаться. Жалко, что уже не так светло, но ничего, тоже нормально. Так. Хорошо. Эй-эй. Так, я всегда думаю, с чего начинать. Начинать со штанов раздеваться или сверху. Хорошо. Так. Так, сверху или со штанов? Ладно, снизу начнем. Окей, гайз. Ну что, идем купаться. Идем купаться. Идем купаться. Да. Так, хорошо.
Эх, некому подержать. Некому подержать это дело. Ну ладно. Что? Вот так вот сделаем. Вот, все хорошо. Вот, все будет нормально, да? Так, главное, чтобы телефон не упал. У меня сюда вот в воду не упал. Так. О! Что-то вроде этого, да? Так. Как-то так вот. Ёлы-палы. Так, ну, чтобы телефончик не свалился. Ёлы-палы, как же это сделать-то, а? Так, хорошо, ладно. О, наверное, так будет, да? Получится. Эй-эй. Нормально? Нормально. Хорошо, поехали. С Новым годом, друзья. Хорошо так как, ой, хорошо так как. Hey guys, so nice. Nice. О, отлично, отлично, супер. Сейчас надо так побегать, чтобы пот пошел. Распотеешь, значит все классно. Вот так вот, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз. Раз, 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 два, три, четыре, раз, раз, два, три, четыре, раз, три, четыре, раз, три, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Вот надо так бежать, бежать, бегать на месте, пока тебе пот не пойдет. Я почувствовал, что пар пошел, значит все классно. Что сразу ты сразу одеваешься, это не то. Надо, надо почувствовать самый кайф, это именно вот от того, что ты на холоде, у тебя тело адаптируется. То есть в воде она была очень холодно, а здесь она уже, здесь уже она теплее, да? Потому что здесь воздух, поэтому контраст для того, что ты вышел из очень холодной воды в более теплую, ты чувствуешь себя хорошо, прекрасно. Ветерочек дует, так. Гусиной кожи вроде нету. Нормально, гусиной кожи нету. Ну, друзья, что, я хочу поздравить вас с наступившим Новым годом. Желаю, чтобы вы очищали свое тело и душу. Очищали не только водой, но молитвами, мыслями, своими поступками. Помните, что мы есть то, что мы едим, что мы думаем, что мы чувствуем. О чем мы говорим, куда мы смотрим, все наши пять сенс. Вижу, слышу, обоняю, осязаю, вкушаю наши эмоции и духовные наши практики. Вот то, что мы делаем, тем мы заряжаемся. Я, друзья, желаю вам зарядиться, зарядиться в этом году самой благостью для того, чтобы ваш год прошел прекрасно, и вы чувствовали, что жизнь удалась, и с каждым днем, с каждым мигом, моментом вашей жизни ваша жизнь становилась все лучше и прекраснее. И это замечательно. Да будет так, и да поможет вам Всевышний на вашем прекрасном пути совершенствования и саморазвития. Да будет так, и жизнь прекрасна и замечательна. Я желаю всем любви и благости. И, эй, гайз, да поможет вам Всевышний. Любите себя, любите своих близких. Любите всех вокруг, и любовь вернется вам старицей. Намасте. А с вами Ярослав Мудро-Воронцов, Академия семейных отношений Веда-Дом и тренинг-центр Green My Life. Мы зажигаем звезды и живем
на яркой стороне. И я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Если ты еще не купался, купайся обязательно. А я думаю, что я буду это делать сейчас каждый день, раз тут лунка есть, пока она не замерзла, потому что лунки не было, можно будет купаться каждый день после пробежки. Так что, друзья, приглашаю вас умываться, очищаться, потому что это закаляет дух и тело. Закаляет тело, закаляет дух, ваши эмоции и психику. И вот я сейчас стою, было холодно сначала, сейчас мне уже тепло. И, ну, пар, может, идет, не знаю, не видно, но чувствую себя прекрасно. Поэтому все на контрасте. Намасте, друзья, намасте.